Привет, меня зовут Вадим, и сейчас я хочу вас познакомить с самой мощной акустикой от бренда AMP серия Гибрид. Самыми мощными моделями являются FR65M34 и FR80M38. Главная фишка этих динамиков, что позволяет им переживать большую мощность и играть очень громко, это технология гибрид, то есть в магнитной системе у нас совмещены феррит и неодим. Что по характеристикам? Номинальная мощность FR65M34 – 150 Вт, максимальная – 300 Вт, сопротивление – 4 Ома, чувствительность – 94 дБ, а частотный диапазон – от 80 до 10 кГц. Катушка здесь 40 мм и монтажная глубина за счет массивного магнита – 75 мм. Номинальная мощность FR80M38 – 200 Вт, максимальная – 400, сопротивление – 4 Ома, чувствительность – 96 дБ, а частотный диапазон – от 70 до 9 кГц. Катушка здесь уже 45 мм, а монтажная глубина 84 мм. Типоразмеры 16,5 см и 20 см. Корзины здесь стальные с антирезонансным покрытием. Ну а такую мощность динамики с легкостью переживают благодаря таким мощным и большим моторам. Самые популярные вопросы по этой модели. Какой же усилитель подобрать под эти динамики? Если будете использовать всего лишь пару динамиков, то рекомендую использовать двухканальный усилитель от компании AMP серия MAST 2 по 150, 150 Вт в канал. Ну а под FR80M38 подойдет серия PRO 2 по 200. Вопрос номер два. Какая же гарантия на эти динамики? С момента получения заказа гарантия на данные динамики 3 года плюс возможность подменного фонда. Вопрос номер три. Можно ли прикручивать динамики напрямую к металлу двери? Нет, друзья, лучше использовать проставочные кольца. Вот, например, в размере 16 см отлично подойдет для модели FR65M34. Также существует и под 20. А если прикрутить динамики напрямую к двери, то саморезы со временем ослабнут и появятся посторонние звуки и вибрации от металла двери. Постарался вас вкратце познакомить с этим товаром, но еще больше предложений вы найдете в нашем магазине. Переходите.